the darkest night, I called your name. In the darkest night, I needed you most, and that's when you came. Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас видео о мотивации на уборку. Я решила устроить генеральную уборку и расхламление в нашей комнате. Хочу сегодня поменять постель, убраться во всех ящиках, все разобрать, перебрать всю одежду, брать летнюю одежду, потому что лето уже закончилось. Конечно же, все аккуратно сложить, помыть окна, протереть везде пыль и помыть полы. Если вам нравятся такие видео, оставайтесь на канале, будем убираться вместе. Обязательно нажмите кнопку подписаться под этим видео, чтобы из красненькой она стала серенькой. Ставьте лайки, пишите комментарии, все это помогает продвижению моего канала и дает мне мотивацию снимать для вас новые интересные видео. Чем больше активности под моими видео, тем больше YouTube рекомендует мой канал новым пользователям, тем больше зрителей их увидит. Тем временем я уже сняла грязное постельное белье, протерла кровать от пыли. Все-таки текстильные кровати собирают пыль, и периодически их нужно протирать и пылесосить. Уже поправила на матрасник, надеваю простынь на резинке. Кстати, простынь на резинке очень удобно. При выборе постельного белья всем советую обращать на это внимание. Вот я уже заправляю подушечки. Это моя ортопедическая подушка. После того, как я ее купила, я уже забыла, что такое некомфортный сон и боли в шее. Я уже заканчиваю с кроватью. Осталось только заправить одеяло под одеяльник и застелить кровать пледом. Кстати, одна из моих подписчиц изъявила желание подарить мне новый плед. Это так приятно. Как же хорошо и приятно спать на новой чистой постельке. Когда постелька чистая и сон слаще. Осталось только положить декоративные подушечки. И теперь я перехожу к лажке вещей. Тут кошка села на гладильную доску, никак не хочет уходить. А я приступаю сначала к разбору вещей. Люблю сначала разобрать все вещи, отдельно сложить Василисины, Ванины и мои с мужем вещи. Так мне удобнее гладить. Как я уже говорила, я не глажу после каждой стирки, собираю какое-то количество вещей и потом все глажу за один раз. Как раз у меня сейчас набралось куча вещей, нужно все погладить, потом разобрать и сложить все по своим местам. Как же приятно, когда все вещи поглажены, аккуратно сложены и висят на вешалке один к одному. Хотела обсудить с вами одну тему. Одна из подписчиц мне написала, что какая вы трудяжка, но жаль, что порой такой труд не ценится. Мне кажется, порой мы сами обесцениваем домашний труд. Но ведь это такой труд, который приходится делать каждый день изо дня в день одно и то же. И порой, да, домочадцы его просто не замечают, принимают как должное. Но когда дома бардак, я прям вижу, что и настроение у меня и у всех домочадцев какое-то грустное. Когда дома все красиво, убрано, блестит, всем сразу становится веселее и как-то радостней. Конечно же, муж и дети помогают мне в моих домашних делах. Когда я их прошу об этом, допустим, Василиса, она уже большая и сама даже без какой-либо просьбы постоянно убирается в комнате, застилает кроватку, складывает свои вещи по местам. С сыном пока еще не все так гладко. Во-первых, он мальчик, во-вторых, он еще маленький, и поэтому он даже не всегда может убрать за собой игрушки. Ему постоянно нужно об этом напоминать. И да, он не так аккуратен, но надеюсь, он вырастет и все будет по-другому. Зато он очень часто помогает мне на кухне разбирать посудомоечную машинку. Ему прям нравится раскладывать по местам вилочки, ложечки, расставлять тарелочки. И я не препятствую в этом. И я уже давно решила, что я убираюсь не для кого-то, а в первую очередь для себя, потому что я очень люблю, когда все аккуратно лежит, разложено по своим местам. Так легче поддерживать порядок, когда все аккуратно сложено. Поэтому
и в принципе мне особо и не нужно, чтобы как-то кто-то оценивал мой труд. И с другой стороны, у каждого есть свои обязанности. Муж полностью обеспечивает нашу семью, занимается строительством дома для нас, поэтому я особо не напрягаю его в домашних делах. Только когда сильно устаю и прошу его чем-то помочь, он всегда мне помогает. И особо не хочу заставлять детей что-то делать по дому, просто поддерживать порядок и убирать за собой вещи. Потому что у Василисы тоже есть школа, она учится. Ваня, в принципе, еще ребенок, и он хочет играть. Поэтому я решила, что не буду лишать детей детства. Пусть они играют, развлекаются. А с домашними делами я и сама справлюсь. Тем более мне очень нравится этим заниматься. Я уже приступила к уборке в шкафах. Начала со шкафа мужа. Аккуратно складываю все его вещи. Если честно, он не очень любит поддерживать порядок в шкафу. Для него это не важно. Он как засунул вещи, так и засунул. Но так как это важно для меня, я периодически убираюсь в его шкафу, раскладываю все по местам. И он всегда меня благодарит за это. Ведь так приятно открыть шкаф, а там все вещи лежат один к одному. Теперь перехожу в ящик, в котором лежат брюки, джинсы, штаны и носочки. Носочки я вот так красиво, аккуратненько складываю. Также тут лежат шорты. Так вот я складываю носочки. Мне очень нравится, когда они лежат аккуратно. И так занимают мало места. Когда просто засовываешь один носочек в другой, получается такая огромная куча, и непонятно, где какой носочек лежит. А всего лишь один раз придется сложить вот так носочки, и они долго остаются в таком порядке. Потом просто после стирки не так долго сложить 2-3 пары носков. Все опять в порядке. Закончила с носочками, теперь раскладываю их в ящик. В ящике у меня такая коробочка, в котором хранятся эти носки, все красиво и аккуратненько. В этом ящике у меня лежит аптечка и мои носочки. Я аптечку очень часто перебираю, выкидываю лекарства, у которых вышел срок годности. И тоже люблю, когда все красиво и аккуратненько лежит, все раскладываю по местам и убираю коробочку на место. Также нужно сложить несколько пар моих носков. Также все красиво, аккуратненько складываю. Также сворачиваю их. И тоже раскладываю в коробочку. Вот такая вот красота получается, когда все носочки лежат один к одному. Приятно и занимает мало места. Тут мое нижнее белье и мои шкафы с моими вещами. В моем ящике все более-менее убрано, потому что я стараюсь постоянно поддерживать порядок, раскладывать сразу все по местам. В этом ящике лежат мои джинсы, шорты. Кое-какие шорты и брюки я убрала летние. И остались только те вещи, которые я буду носить осенью и зимой. Теперь протираю пыль с комода, протираю гитару. У меня есть такая тряпочка, которая сухая, протирает пыль. Она собирает всю пыль на себя, притягивает и не остается пыли вообще. Даже не нужно протирать влажной тряпочкой. Остается только полить цветочек. Перехожу к стойке с вещами. Люблю, когда все вещи висят по порядку. Сначала у меня висят Василисины вещи, ее школьные блузочки, рубашечки, юбки, брюки, сарафаны. Дальше у меня висят Ванины рубашечки, потом висят мои вещи. Сразу убираю летние вещи, оставляю только те вещи, которые мы будем носить зимой. Все перебираю, аккуратненько смотрю, чтобы все было по своим местам. Ну вот и все, я завершила с одеждой. Теперь перехожу к моему рабочему месту. Также протираю эту пыль, все раскладываю по своим местам. В этом шкафчике у меня лежит все для съемок, мои штативы, провода, всякие приспособления. Все аккуратненько складываю, ставлю на свои места, протираю пыль с компьютера, за компьютером. Теперь кое-что нужно сложить
В этот ящик у меня лежат всякие мои книжки, тетрадки, документы. Также тут лежат подарочные пакетики. В общем, я все раскладываю, протираю пыль, грязь, и теперь перехожу к окну. Хочу помыть окно, убираю с окна цветочки, ведь уже совсем скоро зима, и перед зимой всегда нужно помыть окна, чтобы зимой не оставались чистыми. Как я уже рассказывала, окна я мою просто обычной тряпочкой и водой. У меня две тряпочки, одну я смачиваю водой, протираю всю грязь. Вторая тряпочка у меня дринвейвская для стекол. Она идеально отмывает все окна. Она сухая, первая тряпка мокрая. Вот так вот быстренько все мою. Очень люблю, когда окна чистые. Так приятно в них смотреть. У нас на улице пасмурно, но хотя бы немного потеплело. До этого у нас была погода 5-6 градусов. Сейчас у нас также пасмурно. Иногда идет дождик, но на улице хотя бы 17-18 градусов. Вот я уже заканчиваю с окном. Окна красивые, чистые. Теперь нужно протереть подоконник и составить на него цветы. Конечно же, нужно полить цветочки. Вот и моя уборка подошла к концу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Конечно же, пишите комментарии. Мне это очень приятно. Спасибо всем за просмотр. Всех целую, всем пока-пока.